Точка притяжения всего города. Это великолепный парк, это один из лучших парков Подмосковья. И я считаю, что место выбрано очень хорошо. Здесь люди вот и гуляют, и с детьми, и все праздники, и музей рядом. Это получается такое хорошее сочетание. То, что именно это место лучший вариант для размещения музея, согласны и жители. Стадион, воркаут, зеленый дом, садка, музейный комплекс, идеально дополнить парк. Как вы считаете, в парке удобное место для музея? Думаю, да. Тут большая проходимость, хорошая. Для образа парка будет очень хорошо. Я в газетах читаю какие-то интересные факты о Химках, о Подмосковье. Оказывается, это очень здорово. То есть мы живем и многого не знаем. Здорово? Конечно. Теперь можно будет узнать из фильмов практически все и даже посмотреть на виды города с смотровой площадкой. Сейчас день рядом с музейным комплексом. Для посетителей музея будет открыт уже в начале смотровой.